хотя и он находился на льду в тот момент, когда пятую армейцы забрасывали. Энлунд мчится вперед. Но зато мы видели, как Широкова используют в меньшинстве. Он может и убежать, так же, как и Кетов. Ну, знаете, Роман, я вспомнил интервью вице-президента СКА Романа Ротенберга. Что-то такое, травма. Энлунд. Вот потерял он равновесие, неудачно врезался в борт, и по-прежнему он не может подняться. И арбитры вынуждены были игру остановить, поскольку там с Энлундом действительно что-то серьезное получилось. Вот только сейчас с помощью партнеров он покидает лед. И тоже обратите внимание, тоже такой важный штрих. Лидеры команды Ковальчук и Шипачев подъехали к Энлунду и помогают новичку команды покинуть лед. Вот здесь потерял он равновесие, дальше очень неудачно въехал в борт. Очень опасно, и, видимо, колено повредил, поскольку разъехались у него ноги. Смотрел он передачу, и что по продолжению. В этот момент часто бывает такое у хоккеистов, разъезжают с ноги, и это было опасно перед бортом. На правую ногу Энлунд наступить не может, он скрывается в подтрибунном помещении, уводит его.